Всех приветствую. Небольшой обзор на светодиодный ручной фонарь Osram. Название можете видеть на экране. В общем, вот так вот он выглядит живьем. Исполнение качественное, вопросов к нему нету. Это настоящий алюминий, то есть так достаточно все по-взрослому. Кнопка включения и ультрафиолетовый фонарь. То есть первое нажатие у нас включает нам ультрафиолет. Полезен для проверки, например, ВИН-кодов на некоторых автомобилях. И второе включение уже нам позволяет освещать поверхность. Сами светодиоды очень яркие. Вот можете видеть спектр освещения. И вроде бы все хорошо. Все замечательно. Приятно в руке сидит. Ну, видно, что вещь хорошая, серьезная. Вот здесь вот у нас есть магнитик, который позволяет его примагнитивать к металлическим поверхностям. Но два косяка. Первый косяк, все-таки с учетом того, что фонарь используется у меня в автосервисе, это незащищенный разъем для подключения зарядного устройства. Хотелось бы сюда иметь заглушку из резины. То есть это было бы грамотно сюда сделать заглушку. Все-таки она сюда просится, так как вот здесь все резиновое, все хорошее. Разъем надо закрывать, потому что пачкается, попадает туда грязь. И следующий момент, который мне не понравился. Невозможно узнать уровень заряда аккумуляторов. Здесь есть светодиод. Он либо красный, либо зеленый. Сейчас мы его подключим. Вот. Но работает светодиод только при подключенном зарядном устройстве. Соответственно, красный цвет нам говорит о том, что батарейка заряжается, зеленый полностью заряженный аккумулятор. Все, больше это нам ни о чем не говорит. В работе неудобно тем, что уровень заряда никогда не известен, и фонарик при определенном уровне разряда аккумулятора просто резко выключается. То есть он не начинает светить тускло, плохо, тоскливо, а просто сразу выключается. Поэтому где-то, например, в походах, в каких-то специфичных условиях эксплуатации это будет неудобно, потому что вы никогда не узнаете, когда он у вас сядет. Вот это основной косяк данного фонаря. Все остальное сделано качественно, хорошо и добротно. К покупке рекомендую, но для тех, кому важно знать, сколько у вас заряда осталось, вам данный фонарь не подойдет, друзья. Ищите что-то другое. Всех благодарю за внимание. Всем, друзья, удачи!